И снова всем привет, мои дорогие и любимые зрители, подписчики канала. По-прежнему я продолжаю прохождение протокола Альфа. И сейчас, что ж, возвращаемся обратно в свою квартиру. И возьмемся за следующее задание. I thought this line was supposed to be secure. No line is 100% secure. You want to tell me what happened? Someone calling himself Albatross hacked into the comm network and accused me of swiping his data. Said he represents something called G22. That's scary. Yeah, it was a shock for me too. I'm guessing he didn't call to chat. What did he want? He wanted my bug shut down. He was good. He found all five bugs in just a couple of hours. All five? I planted six. Very devious, Mr. Thornton. Well, I have my moments. So, what do we got? This is a gold mine, Mike. Major players operating in Taipei. Political and economic trends, activist groups. It's going to take a while to sort through all this. Start with anything relevant to the assassination. It looks like the network was part of the shadow net G22 uses to monitor global intelligence services. I ran a search for the keywords Ronald Sung and assassination, and got a hit. Anything we can run with? I've got an email intercept indicating that the assassin will be receiving the details of the assignment tomorrow night at the subway station on the Xingmei line. Perfect. Now that we've got the location and the tracker's frequency, we can direct a keyhole satellite to the subway station and track the package right to the handoff. We're really good, aren't we? I'm good. You're cocky. Anything else I might find useful? I'm still downloading, but I'm going to say yes. That network has terabytes worth of data. I'll keep you updated via email as I sort through all this. Sounds good. I'll be in touch when I'm ready to move forward. Right. Until then. Отлично. Ну что ж, Что ж, давайте посмотрим, что у нас есть в электронной почте. Так, от Скарлетт. Привет, Майк. Не беспокойся. Превращение скучных фактов в захватывающие новости – это половина моей работы. Другая половина – лесбийский секс с симпатичными фотокорреспондентами. О, господи. Шучу. Конечно. Просто я хочу убедиться, что ты вообще читаешь мои письма. Спасибо, что отправил этот материал именно мне. Я бы тебе отплатила страстной лесбийской любовью, но, к сожалению, ты не того пола. Хорошо. Хорошо. Ладно. Так. От Майка Тортона, Майка Тортону. Круто. Самому себе. Так, исходное сообщение. Юрий, нам следует укрепить наши позиции, подавить в зародыши любые слухи о подтасовке результатов голосования, прежде чем за них ухватится международная пресса. Если тот факт, что мы внесли некоторые изменения в работу машин для подсчета голосов, поставлявшихся в Тайвань, выйдет наружу, боюсь, мы потеряем расположение всего Тихоокеанского региона. Сделаем вид, что ведем честную игру. Я подброшу вам денег, а вы наймете семерых проверенных людей, чтобы они сняли мощную документалку о выборах. Пусть понапихают туда характерных словечек сторонников теории заговора. Оформите как все как надо, смешайте правду и вранье, как только выйдет фильм. Взъярятся те, кто и без того нас ненавидит. Все эти студенты-хиппи и рядовые тайванцы. Блин. Упс. Так. После чего любые слухи о подтасовке выборов можно будет списать на обычную болтовню маргиналов. Полный план действий прилагается. Пользуйтесь им и обращайтесь ко мне, если у вас возникнут вопросы. К Якобсен, начальник управления специальных программ. Данное сообщение, бла-бла-бла. Так, ответить. И что мне сделать? Кому отправить? Черный рынок, Скарлетт, Халбек. Ну, к Халбеку я вообще не доверяю. Нафиг этот Халбек. Черный рынок, нафиг. Скарлетт, давай. Отлично. Так, Минотанк. Знаешь, в 70-е годы Алан Паркер подрабатывал актером в порнофильмах. Ух ты. На самом деле это не так, конечно, но должно же быть хоть что-то интересное в его биографии. Прилагаю все, что есть к досье Алана Паркера, Майна.
Хорошо. Загрузка досье. Спасибо. Так. Загрузка финансов. Спасибо. Спасибо. Выходим. Так, ну теперь, поскольку мы тут немного задержались, давайте отправляться на следующее задание. Так, перехватите курьера с документами. О, судя по значку, это задание важное. Так, секундочку. А что у нас тут в этом задании? Так, ну я бы, конечно, побеседовал действительно, но курьер с документами — это важно. Так, люди Денга готовятся осуществить передачу документов на станции метро. Возможно, в метро будут присутствовать сотрудники китайской тайной полиции. Радиомаяк позволит нам идентифицировать курьера, когда он окажется поблизости. Перехватите документы любой ценой. Так, ну хорошо, только единственное. Отлично. Так, из броньки ничего нового интересного нет. Из оружия тоже пока все глухо. Хорошо. Так, теперь с предметов. Броня у меня классная. Дробаш. Но у меня вопрос, стоит ли мне менять дробаш на автомат, или все-таки с дробашом и продолжать ходить? Не, давайте все-таки поставлю. Так, залоченный автомат. Так, на ствол ничего нет. Обидно. Ну ладно, тогда начинаем операцию. Майк, Бобола, what's the shakes? Any more antics on the horizon? Bad guys need thwomping, liberty need protecting, adorable aliens need rescuing from sinister government labs. Steven, hey, just calling to let you know I've got all the intel I need to intercept this package on the assassination. The exchange goes down tonight at the Xingmei subway station. Thanks for the heads up, Mike. I'll make sure I disable all those surprise audio mines I've got scattered around the city subway system. You don't really have those, do you? If I told you that, there wouldn't be a surprise, would there? Plus, I'd have to staple your tongue to the roof of your mouth to keep you from telling anybody. Operational security, nothing personal. Right. Well, anyways, I thought you should know, since Taipei is sort of your turf and all. I appreciate that, Mike. You've always been a stand-up guy, you know that? Not like when. No, sir. Not like when at all. You know, there could be a lot of bad guys down there. If you wanted to help me take them out, well, I wouldn't say no. Really? You mean it? Oh, Mike, you don't know how much that means to me. So you'll do it? Will I do it? Damn right I will. You just go do your thing. I think you're gonna like the surprise I got cooked up. Why do I get the feeling you've planned this? Because I have, Mike. Right. Okay then, see you down there. You betcha! Отлично, на это задание мы идем с напарником. Ну что ж, неплохо. I'm not seeing anything. Are you sure we've got the right place? Everything we have points to here and now, Mike. Hold on. I've got a signal. It's on the move. About 500 meters west of your current position. What the hell's it doing over there? They must have moved the truck. Mina? Mina! Portable radio channel. Very useful. You're dressed like you're expecting a war, Agent Thornton. How do you know who I am? You're new to the game, but in that costume you're hard to miss. You must be Omen Dang. Nice cape. You really wanted to be a superhero when you were a kid, huh? Do you often use humor to disarm your opponents? I try. So you're not gonna start laughing so hard you drop your gun, are you? I have things to take care of. Tasks I cannot allow you to interrupt. There is a maintenance door over there. Go inside.
Whatever you say. You're the guy in charge here, Dan. I'm glad you see reason in this. So, what now? I'm not going to kill you. Eventually your body will be found and will spark a police investigation. That is attention I would prefer not to draw. You'll be staying put right here. Dwight, come in. Can you hear me? Sorry about that. Got interrupted. What happened? I just met the legendary Omen Dang, who locked me in a maintenance tunnel. I'm not going to ask. I see you. The package is still in play. It's on the move, at the next platform over. I'm on it. Hurry, Mike. There's no telling how much time we have. Where is he? Dang said the dog was here. I've got company. So much for Dang's word. I don't know. Stay here. I'll take a look down the hall. Отлично. Отдыхайте, ребятки. Так, давайте снизу все осмотрим. Думаю, снизу будет идти полезнее. Просто отлично. Спокуха. Все четко. Никаких проблем. Ну, почти никаких. Так, топать наверх, это, конечно, хорошо. Ну, да, в принципе, тут завал. Ладно, тогда топать наверх. Trains are pretty loud here. Might come in handy if I need to take a shot. По-тихому, все делаем по-тихому. По крайней мере, насколько это возможно. Ребята, ну хорош. Давайте жить дружно. Чего вы все такие злюки? Так, бегом, 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 бегом. Отлично. Вылезайте же. Я сам приду. Один готов. Дебил. Так, ого, сука, сигналки. Это нереально. Так, один, два, три, четыре. Да ладно, пофиг на эту сигналку. Блин, успел смыться, падла. Ладно, давайте, пока он не спустился, еще одна попытка. Ладно, допустим. Обожаю местную физику. Капец, ну
неужели вы думаете, что сможете меня одолеть, а? Вот же ж наивные. Так, а вот дробаш это опасно. Так, добраться до следующей станции. Так как скажете. Главное мне выжить за это время. Так, еще бабки. Супер. Так, кто еще? Хорошо. Так, откуда ты тут взялся, блин? Отдыхай. Я сказал. Что спрыгивать можно только в определенных местах. Это вообще непрофессионально. И нелогично, и нереалистично. Ну да ладно. Не мне об этом судить. А, так, внизу сигналка, бабки. Да фиг с ними. Так, что у нас тут? Да ломайся ты. Отлично. 2000 патроны. Ну что ж, неплохо. Довольно неплохо. There's hardly anybody here. Where are Deng's men? The transponder says they're in your area. Maybe below you. Отлично. You're not supposed to be here. Requesting backup. We have a shooter. Так, электромо. Электромагнит, это не круто. Давай вылезай. Ха-ха, готов. Кто гражданские? Они? А что мне прикажете с ними делать? Ладно, вырубим. Капец, нормально. Они на меня с оружием идут. Она, блин, еще жалуется. Ну это ж капец, честное слово. Сами виноват, не отдались ко мне. Кто бы они там ни были. Так, обойти кодовый замок. Первый пункт. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой, седьмой. Нифига себе, вот это большой код.
Однако. Так, вырубать сигналку. Так, первый код. Это сложно. Отлично. Так, что у нас тут? Супер. Так, ну вот мы на месте. Так, диск с данными. Так, стоп. А что-то мы ломаем? Взломать компьютер. Пока непонятно зачем. Но раз надо, то будем ломать. Упс. Так, первый код есть. Вижу. Gates open now. Time to say hello to our friends downstairs. Heck, I've got a lot of guys down here that want to kill me. Any chance for an assist? I'm soft-shoeing my way to you right now, pal. Be there in two shapes of a high explosive device cunningly disguised as a lamb's tail. Не мешайте, пожалуйста. Убедительно прошу, не мешайте. Отлично. Система наблюдения вырублена. Что может быть лучше? Так. Что мне вниз топать? Серьезно, вниз? Что-то я совсем запутался. Ребята, мне куда? Алло. Так, я отрубил эту штуку. И куда дальше? Показывают вниз. Но внизу я уже все сделал. Или это очередной глюк? Если это глюк, то не... А, вот оно что. А, нет. Ну да. Так, хорошо, давайте искать. И еще ниже мы никак не спустимся. По крайней мере, мне этот способ... А, не, известен. Хорошо. Давай так. Вот, мы на месте. Фу ты. Hey. What? He's here. You said this location was safe. Kill him. Mike, your target is on the move. Don't let him get away. Еле-еле, но успел. Мы
Ну иди сюда, сволочь. Фак. Так, спасибо, спасибо за бабки, спасибо за все. Вы самое лучшее. Да что за глюк? Фак! Убей же! Тихо, тихо. Это все опять глюки игры. Фугасник поджарил меня. На, красава. Ладно, перезагрузимся. Это второй раз, когда мы за игру померли. Но не страшно. Да чтоб тебя. Отлично, задание пройдено. Так, ну что ж, все задания выполнены, все отлично. Ну на этом, как всегда, зрители, моя серия завершается. И скоро продолжу. А на сегодня все. Всем пока-пока.